Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику». Сегодня хочу немного рассказать об семисегментном четырехразрядном табло. Это табло у нас работает по интерфейсу RS-485, протоколу Modbus RTU. Также есть модель, которая работает по интерфейсу RS-232. Табло удобно применять на автомобильных мойках самообслуживания. Здесь видим, что довольно крупный размер сегментов. И удобно, что совместимо данное табло практически со всеми ПЛК. Работает по Modbus RTU, промышленный стандарт. Здесь я использую преобразователь USB в RS-485. Настрою конфигурацию Modbus PC сервера. Здесь у меня преобразователь USB в RS-485 определился как компорт 4, скорость 9600, 8 бит данных, контроль четности нет и 1 стоп-бит. А дальше устройство. Устройство имеет адрес 1 в сети Modbus RTU. И дальше у нас теги. Тег нулевой, сюда мы записываем значение, вот я подписал как баланс. Здесь у нас точка, то есть дробная часть, здесь у нас мигание и здесь у нас скорость передачи данных. Седьмой регистр, то есть вот мы смотрим нулевой регистр, это значение, которое хотим вывести на экране. Первый регистр – это у нас значение, где мы будем устанавливать точку. Здесь у нас мигание и здесь скорость передачи данных. Скорость передачи данных – значение от 0 до 7. Соответственно, 7 – это 115200 значение, а значение 3 – это 9600. Здесь вот я разрешил функцию записи 6. И у нас регистр с адресом 7. Здесь мы настраиваем скорость передачи данных. Мы можем как читать, так и записывать это значение. Давайте запустим APC сервер. Сейчас у меня на табло значение 100. Ну и давайте изменим его на значение 1000. Значение на табло сразу же поменялось. И давайте установим дробную часть. Ну, предположим, здесь у нас будет значение 3. И мы видим, что у нас здесь отображается на табло значение 100,0. Если мы запишем сюда значение 1001, то, соответственно, у нас значение на табло 100,1. Можем перенести точку, предположим, с точностью до сотых. Здесь вводим двоечку. И видим, что у нас значение на табло 10,01. 10,01. Здесь видим значение 3 в регистре 7, то есть это скорость передачи 9600. Если мы изменим на 7, то скорость передачи данных будет 115200. Вот здесь вот в шестом регистре, если мы запишем значение 1, то у нас табло будет мигать. Ну, допустим, когда у нас уже баланс на мойке самообслуживания приближается к нулю, то мы можем помигать нашем табло и напомнить клиенту, что скоро денежные средства закончатся. Если мы записываем здесь значение 0, то табло перестает мигать. Это наш шестой регистр. Ну, соответственно, можем записать 4 девятки. Вот у нас будет 99,99. И можем
убрать дробную часть. И получаем 9999. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.